сказать, что никогда больше не допущу такой ошибки в своей жизни и никому не советую заниматься таким чем-то подобным. Часто нам не больше 20 лет, жизнь только начинается. Но под воздействием алкоголя или просто по глупости мы ломаем ее в один миг. Судимость, если даже условная. А за ней что? Дурная слава на весь город? Невозможность найти нормальную работу? Осуждение со стороны родных и друзей? Сомнительная перспектива на жизнь, когда тебе всего 20? А думать уже поздно? Надо было включать голову, когда собирался испортить то, что создано трудами других людей.